Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами устройство Realme GT Master Edition. Сейчас я покажу вам, как на этом устройстве сбросить все настройки, при этом не задев личные данные. Для этого вам нужно открыть приложение «Настройки», спуститься вниз, нажать «Дополнительные настройки». Затем спуститься вниз еще раз, нажать на кнопочку «Создать резервную копию» и «Перезагрузить». Затем нажимаем «Удалить все данные», но все данные мы удалять не будем, не переживайте. И здесь есть «Сбросить только системные настройки». «Удалить все данные», «Сбросить настройки сети». Мы нажимаем «Только системные настройки». Вписываем пароль, нажимаем «Сбросить только системные настройки». Все, настройки были успешно восстановлены. Даже пароль экрана вроде бы убрался, да? А нет, пароль экрана не убрался. Ну и слава богу. Все, были сброшены все системные настроечки. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До свидания.